Всем привет! Давайте разберем эту песню. Уже выкладывал эту песню, я тогда оставлю ссылку в описании, как она играется, ну, именно как звучит сама песня. Там в самом начале ролика сыграл ее. Но там разбор не особо понятный, это старое видео. Сейчас я постараюсь более подробно объяснить, как там все это играется. Но играю, в принципе, так же. Вот сколько лет прошло, ну, то же самое играю. То есть... Поехали. В принципе, тут не особо сложно. Тут просто нужно попадать вот этой рукой. Довольно сложно играть, потому что нужно в бое попасть в нужную струну, и практически всегда это нужно сделать. То есть, ну, в основном по одной и той же, но нужно прям попадать по ней и выделять ее. Ну, в общем, поехали. Итак, первый аккорд АМ. Зажимаем на второй струне первый лад, на третьей и четвертой струне второй лад. У нас идет мелодия на первой струне 1-1-1-1-1. 5 раз. И вот тут мы играем. То есть мы АМ поставили, и все, тут ничего не делаем. Вот левой рукой ничего не делаем. Все вот правой. В общем, играем так. Именно сложность, мы как бы перебираем больше пальцами, мы играем типа и бой, но в основном мы перебор играем, вот в основном я играю вот тут этими двумя, то есть указательным и безымянным. Ну поехали, поставили АМ, дергаем пятую и первую вместе. Первую струну мы всегда дергаем так сильно, чтобы задеть еще и вторую, и третью, чтобы как будто боем мы играем. То есть, да, вот я дергаю первую, вот, но еще вторую, третью тоже играю. Потом, вот мы дернули пятую и первую вместе, да, первую сначала безымянным дергаю. Теперь указательным также дергаем первую, ну, всегда мы дергаем первую сильно, чтобы вторую и третью тоже задеть. Должно получиться вот так. Потом бьем вниз. Тоже прям до первой, чтобы первую струну выделить. Должно получиться вот так. Идем дальше. Так, сейчас... в обратном порядке идем. То есть мы играем сначала указательным пальцем вверх, и потом дергаем пятую и первую струну вместе, также безымянным пальцем. Да, вот давайте еще раз. Поставили АМ. То есть мы дергаем сначала безымянным. Поехали. Вот играем первую и пятую вместе, потом указательным первую. Бьем вниз, указательным, первую и пятую, и первую вместе. Первую всегда так сильно дергаем, чтобы вторая и третья тоже, тоже звучали. Должно получиться вот так. Давай, дайте еще раз. Тогда будет нормально. Идем дальше. Так, сейчас. Теперь, вот доиграем, да, вот это все. У нас еще остается АМ. Мы добавляем на второй струне третий лад.
Вот поставили на второй струне третий лад, и когда мы ставим на второй струне третий лад, мы первую струну в этот момент глушим. Вот вторая звучит, а первая вот не звучит. Я вот после, когда мизинец поставил, когда мизинец ставлю, то чуть-чуть его вот так опускаю, чтобы он вот этой частью пальца задел первую струну. Ну, просто лег на первую струну, и чтобы она не звучала в этот момент. Тут, вот мы поставили на второй струне третий лад, играем вниз. Теперь убираем со второй струны с третьего лада палец и играем вверх с первой струны. Просто вверх. Это вот весь АМ. Все вместе должно получиться вот так. Дайте еще раз. И в темпе. Дайте что-нибудь среднее. Идем дальше. Даем уже попроще. Да и в принципе все аккорды будут попроще. Бой примерно везде одинаково играется. Вот если АМ получился, то уже G то же самое будет там. Ну и короче, везде примерно то же самое играется, просто аккорд меняется. Поехали. Следующий аккорд DM. А DM мы зажимаем на первой струне первый лад, на второй струне третий лад и на третьей струне второй лад. Попроще, поставили ДМ, играем четвертую и первую вместе. Также вот, да, можем безымянными. Потом, вот сыграем четвертую и первую вместе, тоже первую дернули сильно, чтобы вторую и третью немножко задеть. Вот так. Теперь первую струну делаем открытой и бьем вниз. Теперь дергаем вторую и четвертую струну вместе. И потом аккуратно играем вниз вверх. Стараемся вот прям до второй струны первую не задеть. Ну или заглушить ее. Ну, в принципе, там, когда в темпе играете, можно не глушить, просто старайтесь ее сильно не задевать, чтобы она мелодию не выбивала. Я аккуратно, видите, сыграл. После по пятой, четвертой, третьей. Даже вторую практически не коснулся. Давайте еще раз быстренько ДМ. То есть мы поставили ДМ, играем четвертую и первую вместе. Первая струна открытая, бьем вниз. Вторую и четвертую струну вместе. И аккуратно вниз вверх. Дайте два аккорда склеим. Вот если медленно, должно получиться вот так. Идем дальше. Следующий аккорд G. А такая же схема, как и в АМ, только чуть-чуть... Ну, аккорд поменялся и немножко ноты другие. Но суть этой руки примерно одинаковая. Итак, поставили G, мы зажимаем на второй и шестой струне третий лад, на пятой струне второй лад. Тут мы играем шестую и вторую вместе. Сейчас. Ага, что-то там... Как будто думал, запись выключилась. А, так вот... G, да? Дайте еще раз G. Поставили на второй и шестой струне третий лад. И на пятой струне второй лад.
Тут надо поставить именно так, чтобы у нас указательный палец был свободный. То есть на второй струне мы зажимаем мизинцем, на шестой струне безымянным пальцем и на пятой струне средним. Потому что нам на второй струне первый лад понадобится. Поставили. И в самом начале мы играем то же самое, что и в АМ, но на струну выше. То есть мы дергаем вторую и шестую вместе, да, вот так же безымянным. Потом указательным опять вторую струну вверх. Бьем вниз. И опять указательным вверх. И вторую и шестую вместе. Получается вот так. Да, давайте еще раз. Идем дальше. Тут мы вот отыграли, да, вот это опять дернули в конце шестую, вторую вместе. Теперь на второй струне зажимаем первый лад. На второй струне зажали первый лад и играем просто вниз до второй струны. Теперь на второй струне третий лад и играем со второй струны вверх. Весь G получается вот так. Давайте все три аккорда склеим. Аккорд С. С на второй струне первый лад, на четвертой струне второй лад и на пятой струне третий лад. Аналогично ДМ играем примерно то же самое. Итак, поставили С, играем пятую и первую вместе. На второй струне зажимаем третий лад, бьем вниз. Теперь на второй струне третий лад убираем, оставляем первый лад. Играем пятую и вторую вместе. Так, сейчас. А тут чуть-чуть посложнее в конце. Вот мы сыграли пятую и вторую вместе. И потом вторая струна у нас открыта идет. Мы аккуратно играем со второй струны вверх. И потом еще более аккуратно вниз вверх. Это нужно успеть. Вот прям там вот. Вот так. Да, вот мы сыграли. Сыграли вторую струну. И после вот быстренько так провели туда-сюда по аккорду. Должно получиться вот так. Давайте быстренько еще раз С поставили. Пятую и первую вместе. На второй струне третий лад бьем вниз. Вторая струна первый лад. Играем пятую и вторую вместе. Вторая струна открыта, играем вверх и аккуратно вниз вверх. Вот если медленно, получается вот так. Склеим с G. После этого, вот как только мы сыграли вниз-вверх, сразу у нас идет АМ. АМ. Тут уже посложнее чуть-чуть. Тут надо выделить мелодию. Вот у нас идет... Да, вот АМ сначала. Та же самая мелодия, но F. А, так, давайте сначала все склеим. А я теперь. Ну, поехали. А, поставили А я. Играем пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Теперь вторая струна открыта, бьем вниз. Вот стараемся прямо по второй и третьей струне именно играть. Ну,
То есть вот сейчас вторая струна открытая, и прям стараемся вот остановиться на второй струне, чтобы ее выделить. Потом. Давайте еще раз. Поставили АЕ. Играем пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Вторая струна открытая, бьем вниз до второй струны. Теперь играем с третьей струны вверх. Да, вот именно с третьей, чтобы ее выделить. Должно получиться вот так. Потом играем пятую струну. Опять с третьей струны аккуратно вверх. И бьем до второй струны открытой вниз. И потом переходим на F. Дайте быстренько еще раз этот АМ. Поставили полностью АМ. Играем пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Вторая струна открытая, бьем вниз. С третьей струны играем вверх. Пятая струна. С третьей струны играем вверх. И бьем вниз до второй струны. Давайте попробуем медленно. Должно получиться вот так. Ну и давайте склеим. Давайте пока помедленнее. Так, сейчас. Нет, медленно, тут лишние звуки уже вставляю. Там в быстрой версии такого не будет. Да, вот. Давайте попробую помедленнее, но ничего не вставлять, потому что... Да, вот. Сложность в том, что он зажимается вот так. То есть нам нужна вторая открытая и барре. Ну, можно барре поставить. Ну, если не получается вот большим пальцем, можно барре сыграть. Но мне кажется, легче так научиться. Так более аккуратно выходит. Так вот. Тоже та же самая мелодия. Давайте я вам покажу с большим пальцем. То есть на второй струне первый лад, на третьей струне второй лад, на четвертой струне третий лад и на шестой струне первый лад большим пальцем. Получается вот так. То же самое играем, только вместо пятой струны шестая. Ну, давайте быстренько скажу. То есть играем шестую, четвертую, третью, вторую вместе. Вторая струна открытая, бьем вниз. Потом с третьей струны играем вверх. Шестая. С третьей струны вверх. И до второй струны вниз. Получается вот так. Так, сейчас. А, там. Там еще в F мы в конце еще играем вверх. А, и в АМ тоже. Да, аккуратненько в конце играем вверх. Да, вот прям аккуратно по басам. Да, вот АМ, дайте еще раз вот сыграли. И вот аккуратненько прям повели вверх. И в F то же самое. Давайте быстренько еще раз F скажу. То есть зажали. Играем вторую, третью, четвертую, шестую вместе. Вторая струна открытая, бьем вниз. С третьей струны играем вверх. Шестая. С третьей струны вверх. До второй струны вниз. И очень аккуратненько вверх. Вот. Теперь.
ДМ, но ДМ тоже такой. Так сейчас. Примерно то же самое, как и АМ и F, только мы вот играем по трем струнам всего. По четвертой, третьей, второй, ну и пятой немножко. То есть это ДМ аккорд, но мелодия идет вот здесь. Итак, зажали. На второй струне первый лад, на третьей струне второй лад. И начало то же самое. Мы играем четвертую, третью, вторую вместе. Вторая струна открытая, бьем до второй струны вниз. Потом с третьей струны играем вверх. Четвертая струна дергаем. Потом с третьей струны вверх. И потом на второй струне первый лад зажимаем и играем в конце вниз вверх. То есть получается вот так. Давайте еще раз скажу все это ДМ. Поставили вот ДМ, да, на второй струне первый лад, на третьей струне второй лад. Играем четвертую, третью, вторую вместе. Вторая струна открытая, бьем вниз. С третьей струны вверх. Четвертая струна, с третьей струны вверх. На второй струне зажимаем первый лад, играем вниз вверх. Если три аккорда склеить, получится вот так. Ну, в конце уже посильнее. Вот. И последний аккорд Е. Тут уже попроще. Поставили Е на третьей струне первый лад, на четвертой и пятой струне второй лад. Играем шестую и первую вместе. Бьем вниз до первой струны. Теперь на второй струне зажимаем третий лад. Играем шестую и вторую вместе. Так, сейчас. Потом вторая струна открытая, мы играем вверх, вниз, вверх до второй струны. Давайте быстренько еще раз Е скажу. То есть поставили Е, играем шестую и первую вместе, бьем вниз до первой, на второй струне зажимаем третий лад, играем шестую и вторую вместе, вторая струна открытая, играем вверх, вниз, вверх. Получается Е вот так. И после этого начинаем с самого начала, то есть с самого первого аккорда. Я вот играю пятую, третью вместе и прям чисто по басам играю. По пятой, четвертой, третий бой. То есть вот пятую, третью вместе, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И так два раза. Да, вот дайте медленно. И начинается куплет. Вот тут, блин,
принципе, как вот самый первый аккорд мы играли. А тут в самом начале та же самая штука вот этой рукой играется. Только на второй струне. Поехали, вот повторяем. Играем пятую, вторую, потом указательную вторую. Бьем вниз на второй, указательную вторую и опять пятую, вторую вместе. Должно получиться вот так. Потом, да, вот сыграли вот это. Вторая струна открытая потом. Бьем до второй струны вниз. Потом на второй струне первый лад играем вверх. Вторая струна открытая, бьем вниз. А, нет, не вниз, мы просто дергаем вторую и шестую вместе. То есть получается вот так. Штуку сыграли. Вторая струна открытая. На второй струне первый лад играем вверх. Вторая струна открытая, бьем вниз. А нет, не вниз, а шестую, пятую и вторую вместе. Да. Давайте еще раз. Сыграли эту штуку. Теперь вторая струна открытая, бьем вниз. На второй струне первый лад играем вверх. Вторая струна открытая, пятую и вторую дергаем вместе. Потом до третьей струны бьем вниз. Играем пятую и третью вместе. И в конце вниз вверх. Вот весь АМ получается вот так. Получится, основные аккорды, они примерно так же играются. Сыграли. Вторая струна открытая, бьем вниз. На второй струне первый лад играем вверх. Вторая струна открытая, дергаем пятую, вторую вместе. До третьей струны бьем вниз. Пятую, третью вместе. Вниз, вверх. Теперь играем F. Сложнее, но в идеале тоже вот так зажать с большим пальцем. А вначале также вот эта штука играется, то есть, ну, не буду заострять внимание, уже понятно, если до суда дошли. То есть той же шестая струна и вторая, то есть играем. Потом вторая струна открытая, бьем вниз. На второй струне первый лад играем вверх. Теперь на второй струне зажимаем третий лад. Играем шестую и вторую вместе. Потом вторая струна первый лад играем вниз. Потом играем шестую, третью вместе и аккуратно вниз вверх. Давайте быстренько еще раз F. Играем эту штуку. Теперь на второй струне 0 играем вниз. Вторая струна первый лад играем вверх. На второй струне третий лад играем шестую и вторую вместе. На второй струне первый лад играем вниз. Шестую, третью вместе, вниз вверх. Вот эти два аккорда склеить, получается вот так. Теперь
самое, что и АМ, только вместо пятой струны четвертая. Ну, давайте тоже быстренько скажу, играем эту штуку. То есть также мы дергаем только четвертую и вторую струну вместе. Также вторая открытая вниз, на второй струне первый лад играем вверх. Вторая струна открытая вниз, четвертую и третью вместе, вниз вверх. Ну, то же самое, если АМ получился, то же самое играем, только вместо пятой струны дергаем четвертую. Идем дальше. По-другому играется. Поставили G без нижних струн, то есть на шестой струне третий лад и на пятой струне второй лад. Играем шестую и вторую вместе, вниз вверх, потом шестую и потом со второй струны вверх. Да, вот мы все вот это G, все эти бои в самом начале играем до второй струны. Давайте еще раз. Шестую, вторую вместе. Вниз, вверх. Шестую, вверх. На второй струне третий лад играем вниз. До второй струны. Теперь шестую, первую вместе. Так, сейчас... Шестую, первую вместе, потом на второй струне третий лад играем вверх, вниз, вверх. Потом шестую и опять вверх, вниз, вверх. Дайте еще раз быстренько весь G скажу. Итак, поставили G, пока нижние струны открыты. Играем шестую, вторую вместе. Вниз, вверх, шестую. Потом вверх. На второй струне третий лад играем вниз, вверх. Шестая и первая струна вместе. На второй струне также третий лад играем вверх, вниз, вверх. Шестую, вверх, вниз, вверх. А получается вот так. Давайте быстренько еще раз, потому что немножко отличается от вообще всего, что было ранее. Шестую, вторую вместе, вниз, вверх, шестую, вверх. На второй струне третий лад играем вниз, вверх. Шестая, первая струна вместе. Со второй струны вверх, вниз, вверх. Шестая, вверх, вниз, вверх. И начинаем заново куплет. Так, сейчас. Давайте все вместе медленно сыграем. Должно получиться вот так. Припев, соответственно, играем, как и вступление.
еще остался у нас проигрыш. Он, в принципе, играется, но если куплеты и припев сыграли, то тут уже не сложно. Итак, повторяем. Играем пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Вниз, вверх. Потом пятую вверх. Потом вторая струна открытая вниз. На второй струне первый лад вверх. Пятая и вторая открытая дергаем вместе. Потом бьем вниз, с третьей струны вверх. Потом пятая, вверх, вниз, вверх. Дайте быстренько еще раз аймет, который в проигрыше. Пятую, четвертую, третью, вторую вместе. Вниз, вверх, пятую. Потом аккуратно играем вверх. Вторая струна открытая, бьем вниз. На второй струне первый лад вверх. Пятую и вторую открытую вместе. Бьем вниз. Да, бьем вниз, потом с третьей струны вверх. Пятую, вверх, вниз, вверх. Должно получиться вот так. То же самое, аккорд F. Это я уже не буду акцентировать на этом внимание. Тут, ну, то же самое, как мы играем. Только вместо пятой струны шестая. А в D то же самое, но у нас мелодия сдвигается на ноту вперед. То есть мы с третьей струны начинаем. Давайте быстренько объясним. То есть четвертую, третью, вторую вместе играем. Потом вниз, вверх. Четвертая, вверх. На второй струне первый лад вниз. Вторая струна, третий лад вверх. На второй струне первый лад с четвертой вместе. Бьем вниз. Вторая струна открытая, играем вверх. Четвертую, вверх, вниз, вверх. Суть такая же. Если у вас вообще все до этого получилось, то тут не должно возникнуть сложности. И теперь G. G мы играем шестую и вторую вместе. Вниз, вверх, шестую, вверх. На второй струне первый лад играем вниз. На второй струне третий лад играем вверх. Теперь добавляем на первой струне первый лад. Играем шестую и первую вместе. Бьем вниз. Потом с первой струны открыто играем вверх. Шестая. И на второй струне третий лад вверх и сверх. Суть такая же. Вот этой рукой уже примерно одинаково играем, просто чуть-чуть другие струны дергаем. И начинаем заново. Вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.